Привет, друзья! Нас ждет очередной футбольный матч между женскими командами МЦУ и фаворитом данной игры команды «Виктория». Посмотрите, сколько болельщиков фан-зона команды «Виктория». Вот они все приветствуют наш сегодняшний футбольный матч. И команды строятся. Так, вот они. Сегодня у «Виктории» основной боевой состав. Команды приветствуют друг друга. Так, если что, ВАР работает. Ну что, система с нами для голоса, главный тренер женской команды, команды «Виктория». Что вы ожидаете от этой игры, пока еще не развели мяч? Наши девочки лучшие, они самые красивые, самые креативные. Ой, и, конечно же, мы желаем им только победы. И самое главное, что они нам нужны здоровые, красивые и креативные. Отлично. Хорошие слова. Надеюсь, мы посмотрим такую же хорошую игру. Мяч в центре поля разводит команда. Команда, пока непонятно, какая МЦУ, команда. МЦУ. МЦУ. Видно, домашняя заготовка нас ждет. Ну, надо отдать должное, что это, с этой командой мы уже встречались и на волейболе. Вот, и наша команда показала себя с самой лучшей стороны. Мы выиграли у них. Поэтому, ну, пойдем по тому же пути. Надо отдать должное. Проиграет соперник, я думаю. Отлично. Ну что, посмотрим, что будет в конце данного матча. Я понимаю. Какая-то у нас заминка. Не могут определить все-таки, кто будет вводить мяч в игру. И понеслась, как говорят болельщики, понеслась, ребята. Начинается футбольный матч. И Екатерина, главный форвард команды «Виктория», забирает мяч, никому его не отдаст. Судья говорит: нет, стойте, стойте, стойте. Так, свободный удар. И девчонки идут вперед, и мяч уходит за линию ворот. Будет удар от ворот. Я думаю, что больше всего нравится здесь находиться это судье. Я просто смотрю, как он светится от счастья, что наконец-то он судит. Ему доверили такую честь судить женские команды. Постоянно мужчина, мужчина, мужчина. Здесь прекрасный пол. Притом форма у всех разная. И Татьяна корпусом оттесняет всех. Всех от мяча. Видно, домашняя заготовка. Что-то. Екатерина оттесняет игроков. Татьяна забирает мяч. Очень-очень продуманная тактика. По игроку разберите. С игроками покрывайте. Заместитель главного тренера пытается строить игру, но от этого лучше не становится. Пока 0-0. Слушайте судью! Подсказывает очередной заместитель главного тренера. Слушайте, говорит, судью, но девчонки в таком азарте, что на судью они последнее, на что обращают внимание. Вся концентрация на матч. И Татьяна готовится, Екатерина готовится. Екатерина готовится пробить по воротам. Катерина решила подыграть себе, но судья на чеку. Удар! И рядом с воротами проходит мяч. Видно сильное напряжение среди игроков. Болельщики тоже поддерживают, нервничают. Ну что, какие вы кричалки заготовили? Конечно!
Вот сейчас девчонки понимают, что такое футбол, почему мужики так за него болеют. А то стояли и хихикали. Так, 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 так. У нас продолжается игра в центре поля. Пока послушаем болельщиков. Мы с тобой! Виктория! 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 Мяч в центре поля. Девушка с самыми короткими шортами пытается ввести его в игру. Слушайте судью! Подсказывают слушать судью. Бандитский прием был. Удар мячом в грудь, но девчонки не сдаются. И все равно продолжают атаковать. Игра преимущественно проходит на половине поля МЦУ, но сейчас они выходят в контратаку, и мяч идет в сторону ворот. Так, собака была на поле, но игра не остановлена. Команда МЦУ готовится ввести мяч. Прикрывайтесь, прикрывайтесь! Хорошо, действует оборона команды Виктория. Угловой! И вратарь в кошачьем прыжке парирует удар. А вот и болельщики МЦУ пытаются навязать соперничество команде болельщиков Виктории, но это у них не очень получается. Ну что, нас ждет угловой. Домашняя заготовка, хорошая подача. Катя оттесняет команду. И у нас скоро будет выход 1-1, но нападающий команды Виктория далеко отпускает мяч от себя, и он уходит за линию ворот. Но болельщики все равно поддерживают главного форварда команды Виктория. Ну что, у нас остается 1 минута до окончания футбольного матча первого тайма между командами Виктория и МЦУ. Судья показывает, что нужно закидывать мяч далеко вперед. Виктория так и делает. Но вратарь отражает данный удар. И мы видим, что все-таки по голевым моментам команда Виктория впереди. Очередной тренер команды Виктория кричит давать пас. Но девчонки его не слышат и бьют все-все в ворота. И угловой нас ждет. Опасная игра. Ира, в защиту, Ира, в защиту. Ира, в защиту. Таня, ты через себя бить умеешь? Красава! Таня, молодец! Поддерживают Татьяну. Соперники, болельщики. Мне можно, я же оператор. Прямая трансляция. Вы не свои, чужие держите. Что? Опять закрывают игроков. Все советуют, девчонки. Уже запутались, где кто действует, кто кого должен крыть. Судью отталкивают, мешает судья. Мешает судья команде МЦУ обороняться. О, руки, пенальти. Пенальти, да?
Пенальти! Это серьезно, это серьезно. И сейчас есть реальнейший момент команды Виктории забить мяч в ворота. Ну что, посмотрим, как используют данную возможность команда Виктория. Ну что, Екатерина и вратарь, кто кого? Я думаю, будет гол. Я думаю, будет гол. Болельщики поддерживают Екатерину. Катя, Катя скандируют они. И разбег. Вратарь в кошачьем прыжке парирует данный удар. Угловой. Угловой. Мяч. И угловой. Угловой. Еще один угловой. Светик, отлично, все хорошо. Главный тренер команды МЦУ благодарит девчонок за поддержку. Катя выбивает ворот. Катя слушает тренера. Как ваша команда? Довольна игрой? Наша команда лучше, чем Виктория. Но пока ничья. И Виктория будет наша. Виктория будет наша. Ну, посмотрим по прошествии второго тайма, какой будет счет. Так, что-то пошло не по плану. Судья уже потерял нити игры. И что-то происходит непонятное. Судьи вообще... Где судья? Где судья? Судьи нет? А это перерыв. Это перерыв. Ну что, узнаем у команды Виктории, как девчонки чувствуют себя. Ну, девчонки, видно, море, море энтузиазма, эмоций. Как? Отлично. Отлично. Добьете их? Добьем. Добьют, отлично. Так, главный тренер должен сказать речь девчонкам, чтобы вышли и порвали их. Я боялась промахнуться, но и так их ждали. Татьяна делится впечатлениями. Я момент берегой, бить, я надо бить чаще. Это форвард мужской команды советует, как нужно завершать голевые моменты. Бей, не думай, все, и все будет. Не, ну мы нормально как бы стоим. Послушай играющего тренера. Видите, много тренеров, много болельщиков. Каждый пытается внести вклад в возможную победу, но вот этот вот большой тренер сказал, что они все-таки МЦУ вас дожмет. Так что, не, МЦУ там у нас, мы дожмем, так что вы должны опровергнуть данное заявление. Больше, мы доминируем. Мы волейбол только что выиграли. Да, давайте футбол должны обязаны. Там есть одна такая наглая, сейчас вам покажу ее. Вот покажи наглую. О, в самых коротких шортах. Все хорошо. Все нормально. Все, это уже кровная месть начинается. Напряжение возрастает. Второй тайм. Пришел заместитель главного тренера команды Виктория. Как раз ко второму тайму. Меняет главного тренера. Но мы продолжаем смотреть футбольный матч на канале Матч ТВ совместно с YouTube каналом со Славоном и Юльком. Нас ждет второй тайм. Команды готовятся. Все ворота забивают. Подсказывают, что все-таки нужно бить в те ворота, чтобы мало ли девчонки не забили в свои. Тренер, судья расставляет игроков. Так, все нормально, 5 человек там, 5 человек здесь. И скоро будет свисток о начале второго тайма. И удар! Болельщики ликуют! Врываются. Я вижу, тренер выговаривает игрокам, как могли пропустить такой мяч.
И развод с центра поля начинает МЦУ. Пять метров коси. А что такое? Коси пять. Так, Екатерина отбивает, блокирует данный удар. Такое напряжение, что нам не до городков. По игроку, защиту держу. Ну что, мяч за боковой, команда Виктории впереди. И начинается... Там оставайся, Таня. Тренер командует оставаться главному бомбардиру в защите. Тактика команды Виктория меняется. Они переходят с тактики 4-4-2 на 4-5-1, оставляя всего лишь одного нападающего на половине соперника. И мяч проходит рядом со штангой. Татьяна просто разрывает команду МЦУ. Ну что, пойдем пообщаемся с главным тренером команды соперников. Все-таки, что он думает по поводу данного матча, как он нацелен исправлять ситуацию, как они нацелены выходить из данного положения. Потому что пока предпосылок к тому, чтобы МЦУ сравняли счет, нету. И мяч уходит на угловой. Болельщики помогают. Тяните время. Мы выиграем. Не надо никуда спешить. Угловой. И очередной угловой. Екатерина, не спешим. Время работает на команду Виктория. Екатерина аккуратно устанавливает мяч, готовится ввести его в игру, накидывает, рука, нет, не было руки, говорит судья, или была все-таки, сейчас смотрим ВАР, да, посмотрели видео, повтор, все-таки да, была рука, очередной пенальти в сторону команды МЦУ, главный тренер МЦУ негодует, как думаете? Из-за чего такое судейство? Да это, блин, не судья, это, я не знаю, где-то лоха какого-то нашли. Ой, болельщик МЦУ получает ударом в голову, но все нормально, говорит, можете перебить, все нормально. Возрастает напряжение, конечно, ставки высоки, выход в 1/16 финала. Екатерина бежит возить мяч в игру. Катя, не спеши. Время работает на тебя. Мяч заметался между игроками. И уходит. Линия ворот прошла. Непонятно, что будет дальше. Ну что, все-таки вы думаете, верите в победу? Мы однозначно верим в победу. Думаете, сравняют счет? Мы вообще за красивую игру. Правильно, мы тоже за красивый футбол, за красивых девушек. Главное, что они играют. Да, хорошо играют. С вами мы полностью согласны. Вот мяч. Хорошо. И контратака МЦУ. Контратака. Комбинация. Домашняя заготовка, видно, была. Видно, была домашняя заготовка команды МЦУ. Тренер готовил это на окончание матча, и вот девчонки, к сожалению, не воспользовались данной ситуацией. Заместитель главного тренера негодует. Непонятно, куда девчонки направляют удары. Команда поддержки МЦУ. Поддерживаем девчонок. Отлично. Фан-зона МЦУ. Верит в победу, но команда Виктории не дает им воспользоваться никакими шансами. Игра преимущественно проходит на половине поля команды МЦУ. И очередной удар от ворот. Вратарь будет вводить. Да, бей ворота!
Угловой. Угловой. Так, видно, судья уже потерял нити игры. Уже растерялся, кто будет вводить мяч. Главный тренер продолжает поддерживать. Давайте, давай! Что, что? Ну, надо вколачивать все-таки. Нет, нет. Защитник получает мяч. Удар. Вперед. В кошачьем прыжке. Болельщики предлагают вести белый мяч. Белый не значит побежденные. Скажите, а почему вы не пропустили мяч? Все-таки время работает на Викторию. Я согласен, согласен. Но как-то вот мне мое сердце долго. Наверное, не понравилась девочка самцу. Нет, я не могу такое сказать. И это видео, пожалуйста, моей жене не показывайте. Ну, это мы не будем вырезать. Жена обязательно посмотрит данное видео. У нас будет плюс один просмотр. Какое пенальти? И в конце матча команда Виктории получает пенальти в свои ворота. Маша! 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 И промахивается команда МЦУ. Это был, наверное, единственный шанс. Ну что-то судья поплыл, поплыл судья, что-то уже говорит, надо перебить. И Маша, вратарь команды Виктория, в кошачьем прыжке парирует данный удар. Команда Виктория ликует, это первая победа, заявка на выход в финал, но пока ждет только 1/16 финала. Команды благодарят друг друга за красивую игру. Это было нечто, это было круто. Послушаем впечатления команды. Ну что, тяжело было? Нет, нормально. Тяжело. Нет, молодцы, молодцы ваши девочки, самые лучшие, молодцы. Когда отмечать начнется? 1-0. Нет, подождите, мы еще должны выйти до в финал. До финала. Я считаю, что это заявочка на лучший гол этого турнира. Отлично, согласен. А вы коллеги? Нет. Просто я хочу это... Капитан мужской футбольной сборной Виктории, что скажете, как девчонки играли? Я доволен. Сейчас, секундочку. Давайте я доволен. Давайте нас... Делимся впечатлениями, это видео. Какие впечатления? Мы чемпионы. О чем тут вообще можно говорить? Заявочка на успех. Ну вот, ждем очередной матч команды Виктория. Готовимся и верим в победу. Нужно комментировать? Давай. Ну, я командой доволен. Было много голевых моментов. Надо было... Мы могли больше забить. То есть, в принципе, мы доминируем. Мы на голову выше остальных команд. Я думаю, команде по силам дойти до финала. А есть девчонка с команды, которая нравится? Да, определенно кто-то чем-то выделяется своими футбольными качествами. У кого-то дриблинг лучше, у кого-то удар, у кого-то передача. Кто-то в обороне действует намного лучше. Но главное, что все хорошо играют. С команды соперника выделили бы кого-нибудь? Вратарь хорошо играл, то есть, опять же, много били, много сейвов, но мы прошили его в итоге и забрали победу. 3 очка наших, мы идем дальше. На самом деле победа легкая была. Команду не хотите пригласить легионеров? Хорош. Ну, я думаю, в отделе кадров мы этот вопрос решим насчет легионеров. Я думаю, в будущем что-то такое предвидится. Отлично, спасибо за комментарии. Ждем 1/16 финала. Удачи команды «Виктория» с победой. Ура!